Оля на Педрушина, первое место для Украины, женская эстафета. Поздравляю. Спасибо. Какие чувства? Ну, очень, конечно, рады, счастливы, что так получилось. Очень хотелось и для себя, и для болельщиков вот, результаты. Наконец-то вот, все сложилось и удалось. Мы очень довольны результатом. У вас особенно последний крюк и вообще все ваше сегодня, ваш шутинг был потрясающий. Много было напряжения или как вы это ощущали? Не знаю, наверное, глядя на своих девчонок, три этапа, как они сражались, как хорошо стреляли, как у них получалось. И, соответственно, мне хотелось также не подвести, уже не потерять то, что они сделали. И когда мне передала Валя с отрывом, и очень хотелось вот максимально уже собраться на стрельбу, сделать вот без штрафа, и чтобы доехать так, как мне передали. И на последней стрельбе еще рядом с вами появится Ольга Зайцева. Дало это больше напряжения или как вы на это обратили внимание? Ну, мне Валя передала передала эстафету с расстоянием 16 секунд. И мне, наверное, хватило этих 16 секунд, чтобы идти своим темпом и стрелять своим ритмом. Соответственно, я не убегала от нее, я не дергалась. И когда приходила на рубеж, я просто работала, вспоминала все слова тренера, наставы, которые были до этого. И просто вот работала так, как учили, так, как умею. В чем секрет этой украинской команды? Четыре девчонки. Вот такие мы. Поздравляю. Спасибо.